Я приехал из Израиля. I came from Washington DC. Luxembourg. Львов, Украина. Санкт-Петербург. Oh, we are from India. I'm from Ukraine. I'm joking. This is a novel experience for me. I've never had a conference in the woods. I've been to a lot of conferences in the world, organized some in Israel, and it's never been in such a beautiful location. It's great. It's the first time for me. Since I came here, it's fantastic. And I think the atmosphere is so much more relaxed and friendly and much more social and engaging. So I'm very, very happy. I think this is a fantastic event. В этой конференции сконцентрировано очень много докладов, которые просто охватывают все области переводческой отрасли. And the tracks that you have, the art, technology and business, I think that's a good balance. В этом сочетании природы и технологий и всего общения, которое происходит, есть что-то такое свежее, новое и совершенно замечательное. Поскольку формат новый, формат необычный, формат, располагающий более к тесному общению, мы хотели сделать его более информативным, менее формальным, так чтобы переводчики, которые приехали сюда, смогли унести с собой прямо отсюда какие-то полезные практичные знания, которые завтра же смогут применить на практике у себя дома. Один аспект that level of knowledge, of commitment to the work. So I'm happy. I found many new friends, but also many new possible colleagues. Shining all my kisses just for you. Shining with love forever true. Благодарю гостей из Америки, из Европы, из стран других, которые действительно делают эту конференцию международной. Спасибо вам за то, что вы помогли нам организовать это мероприятие. Я никогда в жизни не стоял перед такой, ну скажем, живой и одновременно деревянной аудиторией. Конференция, безусловно, удалась. Люди счастливы, люди расслаблены, люди, очевидно, наслаждаются тем, что происходит. И я считаю, что это большой успех.